Серега, ну что ты думаешь о сегодняшнем дне нашем? Сегодня очень много событий произошло, которые с трудом у меня до сих пор укладываются в голове. Я увидел начальника ГИМСа, который сказал: ребята, безопасность, не думайте об этом. Теплоход найдем. Крылья, и крылья будут. В общем, Осташков и Селигер — прекрасное место. И мы убеждаемся все больше, что здесь обязательно надо устроить заплыв. С потрясающей идеей, с красивыми местами. И сейчас мы все больше уверяемся в том, что это будет не похоже ни на что другое.